Меня зовут Коршунов Евгений, я кандидат в мастера спорта по карате. В нашем городе пройдут всероссийские соревнования по карате Кубок Прииртыша, и сейчас я усиленно к ним готовлюсь. В прошлом году я занял первое место в командном зачете и второе место в личном. В этом году моя цель – победить в личном зачете. К сожалению, соревнования пройдут без зрителей, но вы сможете поболеть за нас на трансляции в группе Министерства спорта Омской области 30 и 31 января.